Владимир Гирич. 31-го пара. Финал. Левый, 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 левый.
Господи, чё ты паникуешь? Его почти что не было. Чё ты паникуешь? Чё ты паникуешь? Ну ты покупал 100 скотчей и все их потратил. Ну ты деньги ногами бей! И могу продолжить боя готовиться Владимир Кирилович, Санкт-Петербург. 99 года рождения. Провел 16 боев, 12 побед. Бронзовый призер Первенства России прошлого года. Ричард Павел Столяров. После церемонии награждения данной весовой категории в выбору готовится 32-я пара. Финал 256 килограммов женщины. Анна Волобуева, Москва. Светлана Камурина, Вологодская область. Бригада судей работает в том же составе. Последний раунд. Садится батарея. Спасибо, Верочка.
Победу в бою одержал и завоевал звание победителя супертяжелой весовой категории среди кадетов Владимир Гирич. За второе место награждается Владимир Штибин, Москва.